Сейчас будет бум-бум. Что это рожа? Что так ржет-то? Всем привет, с вами Смартин, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием «Как достать соседа? Сладкая месть». Так же, да? Ну, так же, конечно. Начинаем игру! Так. Искусство требует жертв, значит, да? Так, подсказка. Если подкрасться, можно строить пакости прямо под носом животных. Ну да, это я знаю. Сосед слева со статуи. Ага. К 8 марта наш сынуля решил сделать маменьке незабываемый подарок. Может подарить ей фотопортрет ее драгоценного мальчика? Или картину? Высечь статую маменьки в полный рост? Или смастерить для нее вазочку? Размышления соседа сопровождаются страшным грохотом. Придется Вуди внести свою лепту. Ага, лепту, не знаю, как читается правильно. Вообще это слово первый раз вижу. Ладно, так, загрузка данных. Что, погнали? Давно я не играл, не снимал. Сейчас вот сыграем, музыка вроде. Тише сделал. Так, вот это надо пропускать. Ничего интересного. Здорово, Боди, здорово. Так, сразу проверим шкафчик, что там. Погнали дальше. Это вот что? Так, это я помню. Убери его. Че там? Сюда не идет? Вроде не идет. Тут аппарат. Нормально, нет? Так, все, взяли вроде. Так. А как красный я забыл? Забыл как красный. Эй! Спокойно. Давайте кухню прочекаем. Бананчик, смотрите, что-то у нас. Просто надо сначала все взять. А потом уже. Так, надо вспомнить, что почему. Как красться. Понял. Базу делать. Давай, давай. Так, пошел, пошел. Сейчас сверху там зачекаем. Давай, 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 быстрее. Так, что тут у нас? Что тут? Оба. Чё к чему? Ну-ка. Ща. Что он будет делать? Ага, рисовать, точно. Видно, голову привязал. Это чё это? Ничего. Ножницы у меня... Да, точно. Ладно. Сейчас туда зайдет, а мы уже пойдем вниз. Давай. Ты ж мой родной. А тут сюрприз. Тихо.
какие еще пакты можно сделать? Я не знаю. Предметы-то у меня кончили. Что-то же с этим надо сделать. Со статуей-то по-любому что-то надо сделать. А чё? Где еще предметы брать? Ах, сюда идёт он. Ха-ха. Чё ещё взять? Я не знаю, чё ещё можно взять? Вот и всё. Вот и всё взял. Чё? Не всё. Ладно, чё ты же статуи-то, да, сделал? Похоже на маленькую. Десять. Я же... Ничего нет. Чё сделать со статуей? До сих пор понять не могу. Я же... Всё же взял вроде. Всё обрыскал. Не надо спалиться! Все, шкаф, 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 шкаф. Фу-си-ди. Так, что-нибудь еще раз давайте, да? Мне сейчас что, солнечное утро. Ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается в шезлонге на лоджии. А, понял. Фиалка Сьюзи вот-вот засохнет от жары. А значит, у Уди есть чудесная возможность попортить соседушке кровь. Фига себе. Такие фразочки. Чёрные, чёрные. Так, пропускаю. Чё у вас? Оу, да. Куда он идёт? Зубы чистить. Ну что, мне сюда иду, да? Ну, прятаться в шкафу. Срочно, срочно прятаться в шкафу. Вот иди чистить свои зубы. Козёл. Пипец. Наверх, наверх, не успеем. Надо брать здесь все. Давай, 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 давай. Яйцо будет? Нет. Нет, 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 нет. Спокойно. Еще это попугай-то, ну. Песня попугай. Может, попортить все мои планы. Шкафчик, ну что-нибудь должно быть, да? Отлично, отлично. Здесь у нас что? Оба. Ага. Надо будет сюда наверх. Так, значит, это у нас что? Понял. Это было очевидно. Давай, 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 проходи, проходи. Жорди. Надо хрень взять. Сюда идет козел. Может, он зуб еще пойдет пойти. Сейчас сначала посмотрим, куда он пойдет после фиала. Или что это там за столько зубы? Лейку идет относить, правда? А чё?
Это? А чё тогда? Ну давай, чапай. Сюда идет! Господи. Блин. Не успел. Ладно, пошка. Так. Это у нас сюда? Нет. Это у нас сюда. Шипы, это понятно. Как он сюда идет? Землю куда? Интересно, сюда? Землю так. Да. А сюда! Точно, там же кофе пьет. Ну кофе, похоже, это земля. На банку с кофе. На пол точно не надо. Так, нет. Так, ну-ка давай. Вот это точно не цветы. Всё, спускайся. Куда он пойдёт? Тихо. Так, с кофе. Так, землю сюда ложим. Что там у нас? Отлично. Всё, шкаф залез. Вот это надо было опустить, он бы этим помазался. Точно! Господи! Ё-моё! Что ж я сразу-то это не сделал? Время еще кончается. Так. И за 2 минуты он все это сделает? Быстрее, надо вот эту хрень брать. Дракет. Вкусно? Бррр. Ага, я зубы чистить. Чё, и под кровать. Теперь наблюдаем над его мучениями. Давай. Пять кофе, да сколько можно кофе топить? Только же зубы почисти. 5 испачкаешь зубы. Блин, 50 секунд, давай быстрее. Ну жердяй, сосед. Одну пакость осталось здесь, давай. Достал. 40 секунд, ребята, 40 секунд. Вань, шевели копытами своими огромными тапочками. Давай. Ух, успел, слава богу. Отлично. Давайте, ребята, еще один раз, наверное, и все. Сколько мы уже снимаем, я не знаю.
Забыл таймер поставить. Сколько я снимаю, даже не знаю. Ладно, все-таки давайте еще раз, пофиг. Длинная серия у нас будет длинная серия. Так, маленькая хрюшка. Подсказка, чтобы не разбудить спящего соседа, ходите вокруг него на цыпочках. Это понятно. Свет завелся новым питомцем, очаровательной хрюшкой, которую надо как следует откормить. Свинка сидит в клетке посреди коридора. Попугайчик Чили тоже проголодался и требует чипса. После стольких забот сосед решает перекормить. Покемарить, может, не? Скукота. Но Вуди решает внести живую нотку. Сейчас бы я попробую пройти. Вспомнить с вами, ребятки. Так, да, быстрее. Ага, вот это свинка. Пеппа. Свинка Пеппа. Спать лёг. Чё там, в шкафчике ничего не было? Ну, жопа. Почему храпит? Чё, опять ничего нет? Чё, ничего нет? Храпит так противно. Бутылочка идет. На щек свинки пойдет. Чекаем, это что у нас? H2O. Винюшки нет. Так. Прочекаем, что тут у нас. Что тут у нас? Как тут взял? На балкон не ходит, да? Вот я себе на это надеюсь. Чё, спать ложишься? Включайте тело. Давай, давай, давай. Извини, тоже замолчал. Ну что? Чипсы же надо что-то положить. Ну ладно. Сюда что-нибудь. Это клетка от свинки. Точно, только сейчас заметил. Ладно. А, как тут, наверное, будильник. Точно. Я забыл то, что на... Блин!
Капец. Ну сейчас мы... Вот сейчас точно вот с первого раза пройдем. Вот прям быстро вот пройдем. Я теперь понял, что к чему. Если потрясти, зарви... Сюда... Понял. Вот эту хрень надо сюда. И... Все, запрятался, все. Вроде все сделал. Погнали. Вот, сейчас будет. Финалочка. Ой. Давай, 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 давай. Шевели. Копытами. Будет бум-бум. Что-то рожа. Что-то кружет-то. Отлично. Ну вот на этом все. Теперь, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Самус Мартин. Всем удачи и всем пока-пока.